Пожалуйста, любого. Ой, блин! Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, сейчас кушать, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Сегодня мы будем играть в новый Cuphead. Как-то в Телеграме рассказывали об этой игрушке под названием... Enchanted Portals. Да, посмотрим, что получилось, но было очень интересно. Дело в том, что когда трейлер игрушки вышел, ее очень сильно обругали. Захейтили, можно да, сказать. Да, и разработчики в каком-то смысле испугались, решили не выпускать, но... После какого-то периода времени все-таки... Поутихло, да, и вот игрушка вышла. Да, на ваших экранах. Посмотрим, будем играть вдвоем. Надеемся, будет сложно и интересно. Если что, я, наверное... Да, я синий персонаж. Ну, я стрелять девочка. X. Так, а прыжок... У нас... Ага, Y, Юля, еще стой, это... Стой, а смотри, вот еще вот это... парировать. Курок, а, что да, там? Что-то... Ну, ближняя атака. Обучения здесь нет, если что, сразу же. Я для тебя что? Какая-то шутка на... Смотри, она... Яма! А где я? А, все сверху. Смотри, упал. Когда зажимаешь бампер правый, ага, ты можешь... Ага, ну это как и в Cuphead. Да блин, я тебе дырки вообще не вижу, Юль, портал вон сверху. Вот, смотри. А, вот обучение. Такие штуки вот как раз вот этим... хлыстом. Ой, я ее не замечаю почему-то. Дырку-то это? Да. Двойной прыжок, Юль, если я что. Я знаю. Ну, на самом деле, визуально-то выглядит похоже на Cuphead, но вот как-то то ли анимация... И как вот это обойти? У нас а несколько... Может, надо парировать? Слушай, такое чувство, у нас есть что-нибудь еще? Вот смотри, какая-то молния что-то на себя исполнит. Стой, погоди, да и жизнь возьму. Вон, у нас жизнь вокруг нашего этого... аватара есть. Может, пока очень... Делать? Как вот это... как будто синим каким-то чем другим его. Ладно, давай просто. Y, да, рывок сейчас, есть еще. И Юля просто с экрана улетает. То есть вообще. А, вот смотри, зеленым я валю. Да, да. А тут синим каким-то надо. Стой, смотри, ну тоже как будто сбивает ему щит. Может, да. Вот этим ударом. Пуф, вообще. Ладно, пойдем от него подальше. Да. Я не понимаю, как ай. Его улупить. Ау! Ау! Так. Так, это вот это ударить. 50% пройдено. Слушай, сейчас интересно, тихо. Кстати, штука, что показывает, сколько чего. Так, я на Y. Ё-моё. Это знаешь, что? Да блин! Звуков не хватает. У меня игра окончена, прикинь. Ну и все, я пошла. Ну вот уже иду, пахнет Cuphead. Такая, иду. Да, Юль, мне кажется, иду, здесь прыгает. Двойной прыжок еще есть. Да блин! И не дошла никуда. Повторно, ага, все. Ладно. Окей. Это, я думаю, нормально. Здесь три уровня сложности. Жности. А как у меня, кстати, появился... Юль, как-то можно оружие менять? Смотри. Вот, давай теперь этих... Видать, синим надо атаковать. Как? Вот синим. Какая кнопка? Стрелочки. Как вот я сменил? Вот, вправо стрелочка, синий вылетает штучка. Блин, ну, а где бы это написали бы, например? Жесть. Ну ладно, теперь мы знаем, что у нас Юля... Блин, да, да что да, такое, да, как да, я да, не да. незаметный. Аккуратно. Ну, я прям не могу. Согласен, я вообще тоже первое время... Так, вот этих я не знаю, что с ними делать. Так, синим. Окей. Ну, я так понимаю, не супер... А какой курок ты или бампер? Бампер. Юль, бери или тебе, не знаю, надо, не надо. Так, ну смотри, мы уже прямо это... Более-менее просекаем, что как. Так. Сложность все-таки как-никак какая-то есть. Но странно, что у вас сразу же несколько видов оружия, то есть, типа, ходите, стреляйте, пофиг. Если что, ребят, не забывайте, если вам нравится контент, поддерживайте лайкосиком. И если что, также есть еще бусти с доп-контентом. Так, мне вроде вот, ударили. Вот, налево это зеленый. Да-да-да-да. Стрелочка, блин. Вот этих я не знаю как. А их рывком. Щитом. Вот красный, наверное, это огонь. Да. Да блин, да, блин. Ну, как-то неудобно. Подойдешь ты ко мне? Ну, мне кажется, это не суть, типа, не супер важно их всех отвалить. Ух, Юля, молодец, спаслась. Тихо. Так, отлично. Здесь удар. А, блин. Погоди, да. Я и не заметил. Я уже начинаю просекать. Так, зеленый. Блин, тут еще соображаю, чем атаковать их. Все, отлично. Все. Ну, ладно, черт с этой жизнью. Фу, блин. Мне как будто звуков не хватает, повторюсь. Прям реально. Ау, два раза. Так, синий, это правда. Блин, сейчас успей. Ну, это я вот запомнила. В этом порыве. Юль, тебе, наверное, я не знаю, надо, не надо. Ой, я вот что-то еще на себя заюзал. Какую-то штуку. Так, у кого зеленый? У меня. А у тебя я неправильно читаю. Все, забрал я. Это я фига понимаю. Турбо, конечно, Игорь. Блин, погоди, как говорится. Сори, стой. Все. Я вот в этом смысле четко ориентируюсь. Можно? У меня жизни мало было. А-а-а. А, стоп! Все, зеленое, это наши жизни.
ну, вот картинка, а вокруг еще есть вот этот Набе Спешл. Я не знаю, что он делает, но будем знать. О, надо же, мы дошли до куда-то. Фу, слушайте, так и просто было-то. Дом с привидениями. Если хотите, в ближайшее время сделаем продолжение. В принципе, на самом деле, я бы хотел, как бы это странно не звучало, чтобы этот жанр укрепился. Юль, походу, вы не завалишь. Хочется побольше контрподобных игр видеть. Так, это... вот тварь, а. Может быть, как надо с блока? Юль, давай быстрее, у тебя со... Блин, сейчас. Убил его, да? А ты чем? Кстати, огнем. Огнем. Огнем, да. Прям Луиджи, кстати. Синим. А, вот так вот. Ой, так. У тебя красная жизнь. Да. Сори, я отобрал твою. Блин. Юля прям совсем плоха. Сейчас ее... Блин, ну, в принципе, слушай, не так... Блин, да почему? Я же вроде так, даже зеленая. На месте. Твоя жизнь, Юля, была прям в дырку. Блин, а мне нравится. Что-то в этом есть. С одной стороны. А вот этих синим, что ли, надо гасить? Кого? Этих вот, никак тетки. Не завалишь. А, тетки? А вот этих... Я и так завалю. Ну ладно. Вот это я вообще не знаю, что тут делать. Вот это вот, как ее валить? Мне кажется, я просто... Да, сквозь нее пульт проходит. Ну одному, кстати, вообще изи. Ничего тебе не мешает в глазах. Да, никакие лишние люди. 50%. Вот тут вот, видишь, тоже задел. Ну да, коснулся. Блин, ну это тупо было. На-на. Да, ну хотя вот в плане... Ой. Синий, это левый. Ой, нет, верхний. Верхний. Нет. Право. Блин, да перепутал. Я почему-то, когда сама играю... Легче, да, сообразить. Я понял. Блин, из ниоткуда взялась. Левый это зеленый, верхний это огонь, красный. И правый это. Надо просто четко нажать, чтобы все окей. А что вот это золотой? Не знаю. Просто? Может просто красивый такой. Этих вообще чем угодно можно. Вот эти вот меня бесят. Ну, просто мы вдвоем с тобой тут запутались. Пипец какой. Ау! А еле-еле задел. Стали шустрые. Ой, сзади сзади тебя мужик. Вроде. Фу, задел как будто. Да, у тебя желтенькие жизни. О, и снова я здесь. Фу. Здравствуйте. Мы ведь за котом, получается, по сюжету-то идем. Пока боссы не встречаются, кстати, если интересно. Я успела. Блин, я теперь. Я отовсюду жду, как-то сказать, подвоха. Так, паучок. Вот ну, надо... я же прыгнула! Ну, надо почему? Было по центру лучше прыгать. Так а я по центру и прыгнула. Вот так, то есть прыгать. Так, где там? Ну, блин. Красным теперь верхним, да. Ой. Над ним жизнь. Все. Вот эти прям тетки. Ааа, козел. Так, их пофигу чем, да. Этих вот право. Все. Жизнь тебе прям нужна. Зеленая теперь. Блин, ей. Это левая. Не просто сообразить порой. Вот хотя тебе получается сразу. Это верхняя. Угу. Сразу дают возможность разных атак, но получается сориентироваться. Комбинировать тут порой. Правая. Ой. Левая. Нет, левая. Блин, зажал прыжок. Точнее, ну, ладно, на месте стоять. Вот этих пофигу, да. Да, да, то есть цвет. И тут, ну, как бы измененная механика. Не скажу, что она удобная. То есть раньше, ну, в Cuphead вот ты мог подобрать какую-то стратегию боя, а тут мне приходится просто. Ух, ё, переключаться постоянно. Верхний. Ну, то есть и врагов не особо много. Да, еще мне жизни толком не дали. Bullet Hell, как бы, не творится на экране, а его, честно говоря, не хватает. Хотя вот сейчас начинается такое чувство. И жизни очень много. А вот меня вот могли хотя бы на самом деле с полными жизнями. Мне есть смысл вообще убивать? Может просто пойти мимо? Ну, может и очков я никаких мимо не получаю за это. Он меня вообще, кстати, касанием даже не бьет. 50%. Да и, блин, если это 50%. Мне пофигу. Нет, сейчас я за пофиг. Нет! Уже не пофигу, походу. Красный. Ну, то есть я раз восстановился. Все, да. Ну, то есть, как бы в этом смысле. Так, вот тут не дали. Это тоже, скорее всего, не даст. А так. Вот красный даст. Наверх. И они под себя, походу, не стреляют, да? Не могут. Вообще, то есть я могу в упор вот так. Ну и все, я полный, ну, с полными хп. И могу теперь забить болт вообще. Ау, ну сейчас, конечно, их немало. Нормально. Не дают жизни-то.
Ой, вот здесь, уже вот это вот, вот эти может, тетки, на более сложном они надо было. Самые стрёмные. Блин. Меня на нормальные высекли. Так, спасибо. Вот ты меня... опять мог красную использовать. Сейчас, а я и использую. Синюю, это правую. А вот сейчас я сдохну, походу. Да блин, что-то не прострелялось. Ты можешь, помнишь, под ним да стоять. Да я, когда это зажимаю... А, да, Юль, точно. Забыл. Сам же говорил. Залутался, пара. Сейчас. Залутался. Дайте... А, сейчас сдохну. Верхняя. Так, ща. Блин, еще переключись тут. Вот теперь, да, надо лутаться жизнями. Так, сейчас беру. Взял вроде бы. Да. Маленькая козявка там. Спасибо. О, все. Супер. Ну, уж просто, чтобы это... уйти. Так, о, первый босс. Так. Похож на... О, блин! Юль, ты тут. Так, Кшаков. Кшаков топ... А кто? Еще гробы бьют? Да. Блин, я вообще а даже... А Кшаков-то бить можно вообще? Как вы выпрямиться-то? Кшаков без толку, то есть чисто. Только по ней стреляй. И то неизвестно чем. Блин, кшаки эти. Кого бьет? Че, че звуки-то вот? Да блин, прям на меня... Не совсем понимаю. А как понять, в какую сторону он побежит? А-а-а. Он иногда разворачивается и бежит. Ага, я понял. Никак. Блин, да вы что? Ну, закопали. Жесть. Нет, босс, конечно, тут, да, жестко. Просто. У тебя, кстати, одна жизнь тоже. Да, осталась. Одно касание. Я вообще... Они, видишь, смотри, они такие то в одну сторону, то в другую. Хотя бы, ну, чтобы было понятно там, допустим. Он сразу смотрит там вправо. Да я еще не понял, что гробы бьют. Лучше да мне... вот смотри, она лучше... прям... прям на меня спавнит их. А, через какое-то время они прыгают, тайминг просто запомнит. Блин, слушай, жестко. Да блин, ну как понять-то, что он в ту сторону побежит? Я просто по таймингу всегда прыгаю. Блин, он задевает. Да пару. По какому, смотри, она что делает со мной. Говорю, по таймингу, смотри, вот через какое-то время просто прыгаешь. Она сама тебя не бьет. Да она-то не бьет. Блин, забываю это. Вот с боссом, чувствую, будет весело. Блин, эти кшаки меня будут потом ну, короче, сниться. Фигня какая-то в этом смысле, босс. Ну, типа, не потому, что я там лох. Я, может, и лох, конечно. Но... А, и он бьет, даже когда я в этом... Блин. Очень странно. Типа, я считаю, что должно быть более как-то очевидно. Ай, блин. Все, так. Может, чем другим ее побить, я не знаю. Надо будет зелененькую что ли взять сейчас. О, так точно попаду. Просто прыгай двойным прыжком, и все. А когда она на тебя... Мне единственное, не... Спавнит вот так вот их. И а потом он бежит в твою же сторону. Просто прыгаешь. Вообще, в любом случае, прыгай... Блин, оно задевает хвостом. Очень большой хитбокс у кота. Да вот, блин, ну как понять, что он побежит в эту сторону? Я говорю, просто прыгай в любом случае. Тогда ты не промахнешься. Просто прыгай. И все, просто прыгай. В твою, не в твою, прыгай. Вот только единственное. Блин, ну почему? Вообще нету времени, кстати, после того, как тебя ударили. Тебя могут три раза подряд так ударить. Так вот, со мной так постоянно, если случайно. И не помогает это. Блин, она, видишь, опять туда же бежит. Сан, это кошачара. Не, вот это жесткая какая штука. Да вот смотри, что. Стрейф не спасает, это стрёмно. То есть мне ускорение ничего не дает. Ну хотя бы первую... О! Первую фазу прошли. Первую. А ты-то хоть появишься? Это что, такая теперь? О. Спасибо! Было быстро. Все ясно. Ох уж эти боссы. А, ну, в принципе... Стоп, а где зеленый-то? На чем? Блин. Вот я... Смотри, что делать. Ну вы хотя бы уже... сделайте мне шанс того, что меня сразу после удара не жбахает. Ну потому что, смотри, я вроде отпрыгнула, а она все равно. Ну, я понял, как валить. Просто не буду ничего комментировать в этом смысле. Боже мой. Да, это жестко. Мы скажем так. Надо просто ловить... Как ты задрала меня просто. Попался, к сожалению. Так, ясно.
Блин. Меня Cuphead, так, как говорится, не бесил. Я, ну, мне сложно представить, что здесь на безумии, да, творится. Это, мне кажется, тебя с одного раза просто гасит. Блин, ну мне бесит, что меня в этом лупит, в Y. В стрейфе. Так, ладно, хотя бы так, у меня несколько касаний есть. Что здесь-то хоть? Змея, пузыри, блин, пузыри, что ли? Их, видимо, разными этими. Я красным стреляю. Красный пузырь. Ничего и не лупит. И все равно. Ну так сквозь ноль. Проходит. Блин, ногу на нее, конечно, надо. Видал? Ноль жизни было потрачено. Молодец. Давай. Надо взять, я вот синюю возьму ради интереса. Блин, да как так? Ой, зеленую. Она лопнула вот просто рядом с тобой. Ну вот как ее? Да блин, я просто перепрыгиваю. Да вы издеваетесь? Юль, тебе надо новую тактику. Юль просто все собрала. Я вот так буду спамить. Ты вообще стреляешь? Да уже нет, я могла сконцентрироваться только на то, чтобы прыгнуть. Может тут надо как-то. Да блин, меня вот это бесит. Типа прыгать на них. Два раза прям. Но еще этот есть. Блин, слизь. Ну почему мне вот никакого шанса же не дает игра? Ну просто... Я не понимаю, зачем мне тогда это ускорение у ворот. Ну ладно, типа не еба, но блин, ну это как-то жестко, что ли, уж совсем. Так, я не знаю, сколько уже тут ей нанес. Юля молодец, долго прожила счастливую, блин, да, жизнь. Да, старалась вот эти, Мишке хоть как-то помочь. Блинский вонючий змей, ну что ты будешь делать? Блин, ну ты, конечно, сколько там тут набрала? Тут еще самое интересное, они идут просто вот, ну, типа, рандомайз полный, как бы. Yes! А куда я? Я срал на эту игру с горы. Блин, давайте 100 ударов в секунду, блин. Блин. Узнали, что Б еще есть. Ну, как сказать, узнали. Можно... Блин, Y нажал! Вот тут, конечно, можно, когда вот у тебя со всех сторон летит. И соплю можно ранее триггернуть. Но, если честно, та жопа еще. Оно и выстрел как-то не сразу же срабатывает сейчас. Блин. Ну, кстати, дольше вот этот... Блин, я даже не знаю, что хуже. Прыгать или постоянно бежать. Собака! Вонючая! Блин, ну я же нажал прыжок. Я уже как этот оператор тут кучку. Да это Б! Или кто будет? Почему не нажимается? Да почему оно не жмется? Да я же нажала! Ой, дрянь! Ну почему кнопки так хреново-то работают? Я не понимаю. Меня вот это вот вообще бесит. Ну, мне кажется, у него, смотри, во-первых, перезарядка некая, наверное. Да какая перезарядка? Оно вот. Вот. Оно какой-то период. Ну. То есть я четко понимаю вот эту анимацию. Ну тут с котами сложно долго в тебе бегать. Ну вот так в целом, как бы. Пожалуйста, любого. Ой, блин! Не знаю, как-то не очевидно мне некоторые вещи, либо я и что-то понимаю. Для чего вот эта атака нужна? Только один раз использовать этот, как его? Чтобы разрушить лазу. Лазу, спасибо. Очень нужный механик. Блин, ну все, и вот сорвался тебе. Давай ты еще раз. Ты действовал наверняка, называется. Вот что я тут сделаю в прыжке? Ну что я сделаю в прыжке? Я абсолютно не защищен. Я считаю... Абсолютно не защищен. То есть, вот это ускорение, оно мне... За что можно проклясть эту игру? Это вот за то, что тебя ранили? Можно 100 раз раниться. Да, да, ты да, можешь 300 раз раниться. Вот как бы... у меня обычно и бывает. Блин, что меня задело? Как мне защищаться? Как мне в этой игре защищаться, если... Они вот втроем могут мне одновременно все нанести да, урон. Да, да. И самое интересное, хитбокс у сопли в самом начале, когда она падает. У змеи хвост ранит меня. Ну вот как я... Я не знаю, я в фрустрации какой-то. Блять! Что меня задело? Он что, тот. Блять? Меня задело. Ну тут более-менее понятно, где атака-то. Вот сейчас перепрыгивай ее. Уже... Чё меня задело? Перепрыгивай.
Вот сейчас этот не задело. Вот сейчас, конечно, давай его. Надо было раньше. Да! Вот сейчас. Ой, спасибо, не задел. Ну, то есть до конца собака. А тут не два раза подряд. Блин, да ты летучая мышь обоссанная. О май гад! Я даже не знаю, как сказать. Не, я, мне кажется, в Капхеде так не потел. Там мне хотя бы было еще понятно, так что я, типа, говорю, я делаю не так. Ты справляешься с тем, то, что не очевидно. Ну, тут как бы есть определенные, кажется, там было... паттерны, да, там вот эта вот бэшка, но она иногда не жмется, а иногда жмется, ты нажал, она позже сработала. Ура! Типа... Это невозможно! И самое, вот, реально, для меня самое поганое, это то, что тебе нанесли урон, и дальше он продолжает наноситься. И не всегда. То есть летучая мышь меня не носила в этом. Ладно, давайте на этом остановимся. Здесь, я так понимаю, вот эта нужна кнопка наконец-то. Преграду лупить. Если хотите продолжение, оно будет. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.